продолжаем играть в Sims 3 времена года. Да, и, господи, я так сильно ждала этот день. Сегодня первый день зимы, да. И, как видите, тут у нас немножечко уже какой-то есть маленький слой снега. Или, не знаю, иней, или как его назвать, ну, я не знаю, в общем. И, кстати, пошел дождь, это очень странно. Ладно. Так вот, и еще вы тут заметили маленькие изменения в нашем домике, да. О, господи, уже школьный автобус пришел. Ну, сейчас этот чувак сходит в туалет, а она покушает, и, в принципе, все будет нормально. И, в общем, изменения некоторые. Тут у нас изменилась кухня, столовая и гостиная. И как-то пустовато, да? А пустовато именно потому, что... ну и ладно. Потому что денег у нас не хватило. То есть осталось у нас всего лишь 32 симолеона. Да, это, конечно, обидно, это, конечно, не очень хорошо. Но, нам нужны деньги. И всю, наверное, все эти 4 дня до Рождества я хочу... О, господи, ну что происходит? Чё ты покушаешь в школе? Так, давайте поставим стоп. Она сейчас ходит в туалет. Ладно. Так вот, все эти 4 дня я хочу заработать деньги. То есть упорно трудиться. Да, Итан, ты будешь сегодня упорно трудиться. Извини, конечно, ты болеешь, но нам нужны деньги, да. И еще я активненько буду набирать баллы счастья. Кого тут у нас больше всех? Итан 8, о, Аманда 9. Бабушка нашей Луизы 5. О, ну, в общем, будем Аманду нашу развивать. То есть, я имею в виду, повышать баллы. Потому что я хочу купить награду. Награда за 30 тысяч баллов. Называется наследство, да. Вот. И оно приносит какую-то сумму денег в семью, да. Ну, где-то там 30 тысяч, там, может, меньше, может, больше. Вот, то есть все эти серии до Рождества я хочу набрать побольше денег, чтобы как бы изменить наш дом и чтобы устроить клёвую вечеринку, наконец-то клёвую вечеринку, потому что все прошлые две вечеринки у нас были не очень, именно потому что денег у нас не было. И я бы, конечно, с деньгами бы такого тут устроила, да. Вот. А значит, чем мы сегодня займемся? Эти у нас заняты, заняты как всегда. Сегодня будний день, конечно, посетить парк. Посетить парк, хорошо. И да, мы сегодня нашего Пола отправим к доктору после школы, чтобы ему сделали прививку от аллергии. Вот, ух ты, вот. Ух ты. Блин, почему у нас так сложно деньги набирать? Я что, плохо их как-то распределяю? Не знаю. Окей. Ладно, а старушкой сегодня мы... Во-первых, надо убрать вот это. И ливень пошел вообще. Просто жесть какой ливень. Вообще, я хочу снега. Мне уже надоел дождь. Вот, со старушкой мы сегодня сходим в библиотеку. Да. Во-первых, там хорошо повышается навык. Мы будем там читать книжки. И, во-вторых, я хочу завести профиль в интернете нашей бабушки, чтобы... А, печенье. Печенье подать. А, нам нужно, чтобы сделать печенье, нам нужен рецепт, видимо, да? Рецепт. И, ну, на денег, например, на рецепт у нас нету. Так что все, мы, наверное, не сможем это сделать. Так, я не вижу библиотеку. Вот она. Иди в библиотеку. Господи, нифига себе, дождь, а? Так, вот. Никого нету. Да, кто же по... А, нет, у нас тут сидит. Тут... Кто это у нас? Марти Киттон. Марти. Хорошо. Значит, создать, редактировать. Стоп. Стоп. Какой? Я не создавала никакие профили. Я не помню, что я создавала какой-то профиль.
Так. Окей. Музыка. Сохранить профиль. Окей, у нас даже очень даже хорошенький профиль получился. Так, теперь проверить сообщения. Есть у нас какие-нибудь сообщения? О, господи, вы чё? Мне нужен старичок. Привет, Луиза, меня зовут Гобиас. Может быть, друзьями, конечно. Мы с тобой... О, господи. Сначала я был настроен скептически, но кажется, ты действительно милая. Дружба, дружба. Спасибо за... Конечно, я милая. Ничего подобного. Нам нравятся одни и те же вещи. Это так здорово. Можно на него посмотреть как-то? Эй, красавчик. Что? О, господи. Эй, приятно с тобой познакомиться. Может быть, встретимся по-настоящему, как ты думаешь? Хочется просто повеселиться. Кажется, ты классная. Что скажешь? Конечно. Можешь сказать, что я свихнулся. Думаю, тут есть совпадение. Позвони мне как-нибудь. Марти, ты у нас находишься сейчас вместе с нами. Мы даже звонить тебе не будем. Мы сейчас тебя поприветствуем. Зеленый чувак. Так. Приветствовать. Давайте с этим Марти. Кстати, он ничего такой. Блин. Блин. О, господи. Резин, О, господи. наш туби. Марти, сигал в Минанила, ухе. Нила. Так, ну чё, привет. Нажука. Сицила, Митсон. Су-су. Ага. Давай. Болтать. Фрид, Каболатами, Фрида, Мачей. Знакомиться. Штуб. Смешно, забавный Луза база гиба. Чувак, покушай, а. Руасу. Белко веби. Дарко танзи. Начуни заг. Нербл маса масаки. Сибу. Это... Нама гигаго. Господи, я не знаю, что убрать. Mm. Стать друзьями, А, познакомиться с кем-нибудь. гунадатак. Повесить Сул. гирлянду, да, вот. Табимбала, бози, Вот, фатугас. Нарбо пазеп. Это все Салачи, стоит денег. Денег. У нас мент, нет денег. Борбл бларгарг, Ладно, так, кстати, как там у нас дела? Все, мы можем... Чорг, я па! Давайте вот так вот сделаем. Вот. Отлично, наша бабушка поболтала, все достаточно. Mm-hmm. Читай, читай. Газор, Тут есть кулинария. Кулинария, ты где? Я хочу тебя найти. Господи, как же сложно искать тут все какие-то одни и те же книжки. По-моему, вот этот стеллаж у нас... Да. Есть. Я так и знала. Этот стеллаж у нас к навыкам относится. Вообще... О! Почему ты не огранила в прошлой серии, а? Позапрошлой. Или... Я не помню. Окей, давайте перемотаем, пока детишки со школы не ушли. Да, четвертый уровень. Кстати, а тут есть какие-нибудь рецепты? Наверное, нету никаких. Что? Вы что, все заболели? О, господи! Это с аллергией. Этот болеет, и это болеет. Хорошо. Хорошо, мы мальчика пригласили какого-то. 0 градусов, 0 градусов. Окей. Так. Слушайте, не берем пачки, Аманда проверяет, что за любую. Что?
А, понятно. Итан, молодец, Итан. Теперь ты у нас кто? Парамедик. Хорошо. Итан, хорошо. Чем ты сейчас займёмся? А, куда ты? Куда ты едешь? Стоп. Стоп. Окей. Мы отправимся рыбачить. Опять рыбачить, да. Потому что за рыбку нам дают деньги. Да, нам за рыбку дают денежки. И где наш пруд? Вот он, наш прудик. Где наша... Ух ты! Ух ты! Посмотрите, лед замерз. Ой, что я сказала? Вода замерзла. Блин, порыбачить не получится. Порыбачить не получится. Жаль. Тогда тоже иди в библиотеку. И будешь читать свою там логику. И там, кстати, есть столик. Шахматный столик есть, по-моему. Вроде должен быть. На втором этаже. Есть тут шахматный столик? Господи, вещи, грузитесь, а? А? Нету никакого шахматного столика. Окей. Окей, окей. Мы сейчас проверим сообщение. Проверили сообщение. Уровень 5 в карьере, конечно. Только я думаю... научный институт. Конечно. Конечно, конечно. Говорить. О, фу. Посетить бассейн. Какой бассейн? А устроить ночные посиделки. Окей. А вообще она должна прочитать книжку. Прочитать книжку, чтобы исполнить. Да? Ты будешь у нас читать книжку. Где наш мальчик? Тоже едет домой. Тут еще кто-нибудь. Паулина. Окей, встречаться пока у нас нет времени. Так что, прости, мы не будем встречаться пока. Логика читать. Чувак, ответь. Ответь на звонок. Соберите и сделайте требуемое. Так, пытаюсь, что нам нужно? Какой? Нет. Нет. Нет, нет, нет. Смешно. Так, мне нужно поиграть. Болтай. И надо еще поиграть в эти. Блин, что такое? Давай устроим... Всалочки, всалочки, всалочки. Окей. Где Аманда? Отправляйся домой, а потом почитаешь. Ночные посиделки. Вот это. Да, у нас денег. Кстати, мы можем купить такую плиту. Мы сможем купить плиту по дороже, не дешевле. Скольки? Скольки ты хочешь не дешевле? Пускай такая будет. Окей, Аманда, я хочу, чтобы ты позвонила своему другу. Вот, потом Пол. Ты пригласил какого-то чувака. Я его не вижу. Какой снежок! Господи, боже мой. Есть тут какие-то действия? Хорошо. Так. Чувак, ты это...
дружелюбно болтать. Смешно, забавную историю, сплетничать. И поиграешь в салочки. Подожди, сначала поговоришь о снеге, а потом поиграешь в салочки. Отлично. Аманда, ты наша у нас в нашем распоряжении. Какое домашнее задание? Нет домашнего задания, нет. Читай книгу. Читай книжку. Так, вот она, книжечка. До 5 уровня. Окей. А сколько там нам надо? Нам надо... Ой, куда я смотрю? Так. Ну, в принципе, нам столько и надо. Так, пожертвовать на благотворительность, отправиться. Что, играть в видеоигру? В видеоигре у нас никакой нету. Накопить сумму не более... Это сложно. Так, все. Аманда читает, этот играет, а мы отправимся домой. Снежок, ты такой классный. Так, сделать снеговика. Изготовить снежного ангела. Сделать снеговика, построить иглу. Вот, вот как этот снежный домик-то называется. Игла. Так. Наш мальчик хочет спать. Что-то рано хочет спать, малыш. Ладно, пускай он играет. Так, ты у нас душ. Нет? Ты сходи в туалет, ты потом душ, потом ты уберешь всю посуду. Так, как ты нас читаешь? Читаешь, пускай читает у нас. Что у нас, желания какие? Купить книгу по навыку логика. Ну-ка, купить они хотят. Так. Сейчас она уберется. И все эти статки бахнут. Так, чувак. Ой, как весело. Как весело. Ой, следы какие классные. Так, выслушать. Так, смешно, дружескую шутку. Говорить о снеге, холодно. Нашему мальчику холодно. Познакомиться. Говорить о холоде. Так, окей. Я хочу поднять мои... Сегодня с ним немножко отношения у нас пропали. Надо... Иди. Все. Аманда, иди. Какой готовить? Вафли, у нас уже все готово. Так. Все, мальчик. Мальчик, спать. Спать. Итан, домой. Бабушка наша. Спать. Спать пора. Итан сейчас домой приедет и покушает. Потом пойдет спать. Аманда наша. Что мы сделаем? Ну, спать, конечно. Что еще у нас остается? Все, и на перемотку. Все, завтра, в следующей серии, я думаю, можно слепить снеговика и чуть-чуть подукрасить наш домик. Да, клево это будет. О, уже можно сейчас слепить снеговика. Но это у нас будет в следующей серии. Спасибо вам за просмотр, ставьте пальцы вверх и пишите комментарии.
А, и если вы здесь впервые, подписывайтесь на мой канал. Выпуски выходят каждый день, а иногда и по два видео. И, может быть, если у меня будет хорошее настроение, то и по три. Всем пока!